Все нормально у тебя там? Да, она разговаривает просто с кем-то, что кого-то что-то говорит. Буча, сволочи, всех расстрелять, всех повесить за яйца. Когда Путин сдохнет, блядь, когда это самое, когда он, ой, блядь, это пиздец. Пытаться что-то кому-то объяснить. Не надо, мы же договорились, что ты молчишь. Но люди тоже такие тупые. А я, понимаешь, что не видел там, как лежит боец, а этот со словами «Слава Украине» лицо ему порезал и глаза его ножом выколол, блядь. Это просто жесть, блядь. А на втором видео тоже лежат бойцы. О, этот еще шевелится. Слава Украине. И в упор его расстрелял, блядь. Пиздец. Ну, то это что, наши делают? Ну, да, да, украинские. Они все там, слава Украине. Ну, ножом... так, а, но люди же видят это. Но они же не смотрят это. Они смотрят только свои сайты. Они же это не смотрят. Mm. Я же им не буду показывать, чтобы не сказать, что я сепаратистки эти смотрю. Да не надо, не надо, не надо. Слышишь, мы садимся, да, как это, первый тост. За победу. И я всегда вставляю. За нашу победу. И тут... Правильно. И тут отдельных бандеровцев так коробит, так тихо, коробит. Тихо, 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 тихо. У нас деньги, где фашисты. У нас нет ни одного бандеровца, ни одного фашиста. Чтобы не быть, хочу всех россиян разорвал. Чтобы они там и пару приехали, смотрят на меня, на мою реакцию. Понимаешь? Ну, они знают, что дочка в России не будет. Ну, они тебя забудут. Еще во Львове похоронили очередного бандеровца, перехоронили почетный караул в фашистской форме, стреляют, и эти все это рассказывают. Не рассчитывайте, сиди дома. Может, да, до конца года затянуть. Не посмотрим. Наши придут. Не надо будет увольняться. Либо эти бандеровцы, то тем более не надо увольняться, потому что... Ну, наши эти придут, то такое. Да, все равно начнут. Давай сотрудничать, иди работать. Ты знаешь, Лава, как они лояльны. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Російської Федерації. Його злочинну діяльність контррозвідники СБУ припинили минулого року. Поплічником ворога виявився співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він активно агітував підтримувати політику агресора, а також планував сприяти ворогу у веденні війни у разі захоплення регіону. Крім цього, він заперечував чинення воєнних злочинів загарбниками у Бучі. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, та призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.